Спасибо. Сейчас один минут бас смотреть сюда хорошая цена в магазине, дорого есть папирус масло. Кошмарная? Один минут, мадам. Спасибо, друг. Свидания. Снимают. Передача. Добрый день. Дахаб. Очень хорошо. Все здесь. Все по-доброму. А вы нырять приехали или ныряем? Дайвинг, ныряем. С России. Город Йошкар-Ола. Немножко. А какое, на какое погружение ты опускалась? Сколько метров ты опускалась? Максимально? Да. 170. Немножко. Вот эта скромность вообще. Немножко. Темный участок в рифе – это перешейк, так называемый, седло Блюхола. Там на 6 метрах такая яма. То есть считается, из Блюхола два выхода в открытое море – это арка и перешейк.
Здесь необычная глубина для такого расстояния от берега. Резкий, скажем так, уклон. То есть с поверхности сразу включаемся в данную смесь и пускаемся до 60 минут. Да. Там под Даркой мы на дне проводим 15 минут. Угу, на 15 минуте начинаем ходить. Уходим мы на внешнюю стенку, то есть мы ближе к 15 минуте уже стараемся оказаться ближе к выходу из арки на внешнюю стену. И начинаем всплыть, наверное, по северной стене пойдем, да, в сторону Белс. Да, конечно. То есть уходим налево. Blue Hole. Разные с ним связаны впечатления. Когда я только приехал в Дахаб, это было такое некое мистическое место, вообще, которое я не понимал, то есть, что там. Нет, честно говоря, думаю, что с моим небольшим опытом пока рановато. Я наслышан об этом месте слишком много, чтобы туда так быстро попасть. Ну, про Blue Hole первый раз я услышал где-то... Ну так, в 2003-2004 году. Но уже как бы, будучи немножко человеком, уже как бы поработавшим в с ситуациями побывшим там в корабле, когда я заблудился, уже осмыслив, что ну, как бы так нырять, я сказал, нет, ребята, я как бы в этом участвовать не хочу. И, в общем-то, как бы погружение, скажем, в Blue Hole, в арку я отсрочил где-то, наверное, до 2007 года. Blue Hole. Колодец глубокий. Сейчас Blue Hole для меня это как просто база.
грубо говоря, глубоководный бассейн для технических погружений. То есть это идеальное место с идеальными условиями для глубоких погружений, там, до 100 метров. Ну, блюхолл достаточно простое место и очень удобное для проведения учебных курсов. Но с ним было связано много разных историй, там много всяких случаев и так далее. Прежде всего, самые страшные случаи происходят с людьми, которые грубейшим образом нарушают правила и которые просто делают то, что делать категорически нельзя. Я не знаю за последнее время ни одного случая, когда произошел инцидент. Виновато было, скажем так, да, неисправное оборудование там, или еще что-либо. Нету. В прошлом году произошло 7 инцидентов с летальным исходом в дайвинге. 7 случаев среди русских только за 2 месяца, январь-февраль. Все они были по вине самого человека, который погружался. Переоценка своих возможностей и нарушение правил безопасности. Поэтому что же можно об этом обо всем сказать? Эти таблички служат примером для тех, кто не хотел бы там оказаться. Когда я провожу курс Advanced Open Water Diver, это курс для продвинутых дайверов, я подвожу их к этой скале и прошу: ребята, посмотрите на эти таблички, запомните эти имена и сделайте для себя выводы. Дайвинг – это не тот вид спорта, где можно скакать через ступеньку, где можно обрезать углы. Двигаться нужно постепенно, учиться всему постепенно, а иначе ваши шансы на выживание могут быть маленькими. Да, в общем-то, ничего. Такое место погружений, знаковое место погружений, потому что действительно это очень чудное природное образование, вот эта арка. Такого для... Вот, такое чудное, по-другому я никак не могу. Это арка, да, то есть, ну, я, в принципе, больше на планете в похожих местах нигде не погружалась, а... Вот. Просто действительно вот такое красивое место погружения, уникальное.
Нет, я не могу сказать, что я испытывал трепет какой-то. У меня, я очень долго, живя уже здесь, я очень долго не погружалась в арку, потому что мне казалось, что ну, я просто не готова к чему-то там. Потом оказалось, что я готова, я нырнула. Вот. И она красивая, несомненно, это грандиозно. Это грандиозно, то есть на небольшой глубине это выглядит как большой мост такой, ты плывешь под мостом большим, протяженность которого 25 метров. Но почему-то вот не сказать, что мне там страшно было как-то. Ну, то есть вот больше, к сожалению, это она гоняется вот дайверским сообществом каким-то, либо масс-медиа, вот Blue Hole, легендарное место погружения. Ну, этому есть объяснение. Действительно, арка такая. Где она еще, арка? Я не знаю больше такой арки. Вот и объяснение. В этом замечательном мифическом месте, которое собирает такую невероятную людей из самых невероятных уголков мира. А даже если вот посмотреть, откуда вы сейчас. Вы откуда? Красноярск. Красноярск. Откуда вы? Москва. Откуда ты? Хабаровск. Хабаровск. Не близко. Близко, не близко. Это самое дальнее. Нижний Новгород. Нижний Новгород. Саудовская Аравия. А вы? Архангельск. Архангельск. Ну, а, собственно, я местный житель. Вот. Вы? Нет, нет. Чья либерейтор туса? Давай там один. Ну что, готовы? Моя группа, мои четыре человека, где они? Я вижу, раз. Если кто-то неподготовленный человек упадет на такую глубину и неожиданно для себя она не окажется, ему будет смертельно страшно. Если к этому идти постепенно, то чувство страха пропадает, а появляется чувство невероятного кайфа, эйфории. Инстинкт самосохранения работает, ну как бы он не настолько развит, как у женщины. Да, у женщины есть дети, она за них вот. То есть она должна сберечь себя для того, чтобы потом сберечь своего ребенка. У мужчин этого нету. Большинство. Ну, 70% таких печальных инцидентов в дайвинге происходит с мужчинами. Но это еще происходит и потому, что все-таки большую часть людей, ну, от количества дайвера, скажем так, большую часть составляет мужчины, чем женщины. Вот. И с ростом профессионализма у них, да. Как бы. Еще у них есть там как бы такое понятие, что померится, кто из них лучше, кто из них там глубже нырнет, кто у кого будет прохождение пещеры длиннее, да. Вот. И на какой-то момент происходит такой видно момент, когда человек себя переоценивает. Почему-то это еще очень развито у молодых людей, то есть там где-то лет до 25 у мужчин. То есть у них вообще, им кажется, что они, совершив 150 погружений, они супер. Вот. Да, в большей части случаев инцидентов, происшедших
дайвинге. Это происходит по вине человека, это человеческий фактор. Как прежде всего на первом месте стоит это переоценка своих возможностей и несоблюдение правил безопасности. Профессиональные люди погибают, и, к сожалению, чаще других, по той причине, что когда человек становится опытным и профессиональным, ему кажется, что он теперь все может. И вот здесь-то возникают условия для того, чтобы превысить свои возможности. И это не только в дайвинге. У меня было несколько погружений, которые я проводил на грани своих психологических возможностей. Ты доходишь до границы своих психологических возможностей, главное не перейти их. Случай был в пещерной системе Dipolder 2. Я не взял один очень небольшой элемент снаряжения, который называется шлейк. Он представляет собой просто кусочек веревки и двойной карабин. Поскольку мы планировали очень глубокий дайв и очень долгий, нам пришлось брать с собой очень много оборудования, очень много декомпрессионных стейджей и очень много стейджевых баллонов. То есть это этапные баллоны, которые ты разбрасываешь по пути, потом их собираешь на обратной дороге. Поскольку я не взял эту шлейку, мне пришлось один из этапных баллонов просто... Я решил его зацепить просто карабин к дерингу. И несколько ограничил подвижность. В результате я просто застрял очень жестко на глубине порядка 25-30 метров в этой щели, в нулевой видимости, так что не мог просто пошевелиться. Достаточно было неприятно. Достаточно было неприятно. Достаточно было неприятно. Здесь сработало обычное правило остановиться, успокоиться, подумать и действовать. Минут через 5 я эту ситуацию исправил и продолжил погружение. Мой инструктор мне сказал, что типа дайвинг безопаснее боулинга. И вот по прошествии множества лет, 8 лет, да, 7 лет, ну 7-8 лет где-то так, 7,5, я понимаю, что вообще это ни в коем случае нельзя так говорить. Это неправда, это абсолютная неправда. Больше ныряешь, больше знаешь. Не всегда знание хорошо, да? Иногда незнание – это лучше. То есть вот здесь как бы ты приобретаешь определенные знания, ты для себя что-то открываешь новое. Это новое не значит, что это что-то такое прям вот. Дело в том, что с опытом ты приобретаешь новые навыки поведения себя в какой-либо ситуации под водой, которая может гипотетически случиться. Вот. Но не факт, что ты с этой ситуацией справишься. Справишься, скорее всего, да, но на 100% ты не можешь быть уверен в этом никогда. Плюс еще с опытом, конечно же, тренируется такое понятие, как стрессоустойчивость. Но бесстрашие это ни в коем случае не прибавляет. Любое знание тебе открывает что-то новое, но не гарантирует тебе полной безопасности. Так. Да. Все, скручивай себя это тело. Хорошо. Даже... Очень даже допускаю и поддерживаю. Саша учит, он не закручивает его назад. Все. Потому что два варианта. Либо на полоборота так сдать назад, либо оставить открыто. Ну, Саша оставляет открыто. Вот, до центра ментиля где-то должно быть примерно вот так. 4, ну, там 3-4 пальца. Наоборот, дырочка у тебя. А? Нет, из него тоже надо дышать, потому что он может пригодиться. То есть ты проверяешь, что они все у тебя работают, оборудование. В Москве, нигде там, в Крыму ни разу не пробовал нырять. Ощущение, на самом деле, легкий стрём испытывается, но дико интересно. И хочется поскорее уже попробовать кескисе, как говорят французы. Да, очень интересно посмотреть. Ну, как вообще на глубине, вот. И
какое-то время там пробыть вот дольше, чем когда обычно с маской, с ластами, ну, заныривают там. Я тоже первый раз в Дахабе, первый раз буду здесь погружаться. Все ждет драйва, адреналина, праздника. В дайвинге я нащупала что-то такое, что вот во мне вызвало такую бурю эмоций, которую я поняла, что я не смогу без этого жить. То есть я волей-неволей всегда, вот каждый раз возвращаясь после очередной поездки, я уже грустила о ней. То есть я думала, когда же я теперь в следующий раз выберусь. То есть мне хотелось, чтобы у меня был водоем возле меня, в который я всегда могла нырнуть каждый день. Вы знаете, в этом плане меня поражают люди, которые, наши дайверы, которые вот сейчас здесь со мной, они, скажем, из Нижнего Новгорода. В Нижнем Новгороде все, куда они могут погружаться, это страшно мутные карьеры, пруды, болота и тому подобные вещи. Своего рода зависимость, как вот курильщики не рассказывали некоторые, что вот я могу не курить весь день. Ну вот у меня лежит пачка сигарет там на второй полке, и у меня это как бы все нормально. Как только вот я знаю, что у меня нет сигарет в доме, мне сразу же нужно побежать их купить. Меня поражает, что каждую субботу и воскресенье они дружно собираются и отправляются нырять в эту холодную мутную воду, в которой на протянутой руке не видно пальцев. Что в дайвинге действительно есть что-то такое, что впоследствии становится необходимым в жизни человека. То есть здесь какая-то такая вот взаимосвязь, может быть, грубая, но она прослеживается. Что примерно то же самое. Вот море есть, вот, но я могу всегда нырнуть. Да я не хочу и не пойду, но оно есть. Соленький, ничего, плывет куда денется. Один на один, дело быстро идет по-любому. Ощущение кайфа, никакого напряга, ни физически, ни морально не устал, никакого стрёма не было. Можно продолжать и продолжать. Тяжесть ощущается только, когда выходишь из воды, вот тогда и баллон, и эти 16 килограмм тут же начинают давить на тушку. А так, суперски. Всем рекомендую. То есть я, наверное, один из тех немногих счастливчиков, которые занимаются любимой работой. То есть я занимаюсь бизнесом, который приносит мне определенный доход, и в то же время мне очень нравится каждое утро идти на работу. Место на земле, которое я люблю, где я живу. Приехать сюда, для этого нужно было стать инструктором. И 8 лет назад я стал инструктором, и с тех пор живу здесь. И работаю в Дахабе с 2004 года. Мне понравилось то, что это действительно такая деревня, международная деревня дайверов. Такое международное дайверское комьюнити из разных стран собрано. Buongiorno, Massimo. J'aime plonger et j'aime plonger à Dabe. Do I like diving? Well, yes, it's my life. I'm from Germany, Bavaria, near Munich. Yes, we want to audit gases, huh? Of course,
нравится, мне здесь нравится. Мне нравится тепло, солнце, море. У меня есть ребенок, да, я вот жил когда в Москве. То есть я приходил, он спит, я уходил, он еще спит. 10 minutes, okay, we wait you. Такой ореол героизма вокруг этого. И получается, что люди как бы совершают подвиг каждый день, с одной стороны, да? В глазах там большинства людей. Это так страшно опасно, дайвинг, а еще и глубокий дайвинг, а еще и вот там блюхол, и арка, все таким ореолом окружено. Опять же, вот типа вчерашнего способствует такому восприятию. Вот. А с другой стороны, реально, ну вот если снять обычную жизнь этих людей, которые здесь живут, видно, что они на самом деле просто все сбежали вот от этой городской суеты, будучи не в состоянии справиться просто с какими-то проблемами, которые обычные люди каждый день вносят. Просто такой эскапизм. И вот получается такой конфликт, не конфликт, но во всяком случае контраст. То, что с одной стороны они слабые, а с другой стороны они сильные. Начнем погружаться вот здесь, потом повернем в сторону рифа и будем плавать, осматривать здесь кораллы. Да? Пойдем, дойдем до хребта. Хребет — это как раз таки вот верхушка конуса, который уходит в море. После хребта я тебя спрошу, какой у тебя запас? Да, если запас у нас позволяет нам идти дальше, мы идем дальше. Воды, точка выхода у нас с тобой совпадает, да? Пожалуйста, когда у тебя будет 120 бар, это у нас будет давление разворота, да? Покажи, что у меня 120 бар, окей? Okay? Okay. Тогда... Я бываю в среднем 3-4 раза в год. Дайвинги меня больше привлекает, прежде всего, животный мир. Мой любимый сайт Islands, он не глубокий. Там на 15 метрах можно увидеть очень много интересного. Что нравится, что не нравится? Не нравится холодная вода. А нравится все остальное. Мне больше всего нравится та природа, на которую я могу посмотреть благодаря дайвингу. Очень такое спокойное, хорошее место, без суеты. Очень приятно здесь и нырять, и отдыхать. Проводить вечера вот здесь вот в кафе. Это, я думаю, сродни
как выходу человека в космос. То есть это чуждая для человека среда, где ты можешь перемещаться не только в двух измерениях, как на суше, но и в трех. Но это гораздо более доступно, чем космический туризм. Вот. И это тоже меня привлекает. Да, Hub Future School. Здесь Саша учится. Я тебя тоже люблю. Давай поцелуем. А что ты меня забрала из школы? Хорошо, конечно. Я тебя там в школе оставила бы. Это так называемый внутренний дворик. Здесь у нас вот столик, где мы живем. Тут у нас гранатки растут. Бильярдный стол даже имеется. Это вот комнатка нашего сыночки Саши. Он здесь у нас немножко прогуливается, играет. Здесь вот это у нас гостевая-слесарная мастерская. Дальше вот у нас здесь кухня. И на втором этаже у нас наш, там, где мы живем непосредственно, там спальня и еще одна комната. Где у тебя я отобрал? Ребята забрали уже. Давай, да? Сходи, дверь открывай. Это вот еще вот клейка сухих всяких костюмов, обтираторов и всего остального. Поэтому вот не все так легко и просто в дайвинге. Если у вас чемодан денег, то ну, можете отдать за небольшие деньги. Вам это все сделают. Есть один минус, только не знаете когда. Потому что всегда обещают сделать в одно время, а делают в другое. Поэтому приходится самому делать. Я понимаю, что не любишь, когда тебя обгоняют, но ты Давай,
правее бери, правее, да, да, вот тут есть. И не обгоняй. Помедленнее, Сашу. Катаемся тут впереди чуть-чуть. Мы поезжаем туда, расслышим. Голый мужчина, плывущий в хорошем триме. У него сегодня первый день. Стараемся. Передай его. Да, да. Во, счастливые. Не, третий просто такой кайф. Я был расстроен, что уже пора наверх. Я смотрел еще полтинник. Я старался экономить воздух. Я думал, мы еще поплаваем. Ладно. Хорош на сегодня, мы и так... Сколько тебе осталось в итоге? Полтинник. Нормально, нормально. У него почти такой же расход. Еще раз повторяю, вот ребятам это очень важно, да, Алексею и Степану. Значит, на 41-й минуте, как у нас твоя мама и мальчик Саша, папа зайдут в воду, на 41-й минуте я засекаю время. Мы идем с вами в воду и начинаем с вами нырять до глубины 6 метров к ним, да? Смотрим на них, машем, чтобы им было приятно стоять на декомпрессионной остановке. Она длительная, окей? Им будет приятно видеть ваши лица. Саша, ты когда подплывешь к папе, что ты ему покажешь? Окей, все, договорились? Это очень важное задание. Саш, что покажешь? Еще покажи мне. Поверни.